Так, сейчас закрывающий сезон. Снега нету, все, что осталось, это замерзший лед. Сейчас попытаюсь проехаться вокруг, посмотреть, что и как. Вот даже здесь уведомление, что тонкая поверхность. Вполне возможно, там будет даже этот, как его там, как там по-русски слово? Песок, во. Ну, сейчас одену ботинки. Такой борт. И поедем. Так, пауза. Так, все. Ноги в борде. Можно ехать. Людей не особо много, вроде мало. Сейчас же примерно плюс 3 на самом верхушке горы. Так все тает. Там как удобно прыгать по речке возле.